На самом деле идея пришла очень давно, еще когда я был маленьким. Я ходил, занимался теннисом в Ростове-на-Дону и занимался в достаточно плохих условиях, на разбитом корте. Добирался очень далеко до этого корта, но в силу того, что я очень любил теннис, и тогда, и люблю сейчас, я тогда еще подумал, что будет у меня возможность, я попробую создать такие условия для занятия теннисом, чтобы и нравилось и мне, и нравилось тем, кто к нам приходит, кто любит этот вид спорта. Как собираетесь развиваться? Следующий год мы планируем на территории нашей базы построить гостиницу. Академия создана на высочайшем уровне. Воспитание юных дарований, развитие детского тенниса в России. Здесь очень комфортно работать, здесь очень комфортно себя чувствуешь как тренер. Думаю, что постепенно те меры, которые мы предпринимаем, то, что мы делаем, позволят все большему и большему количеству людей, которые заинтересованы в этом, играть в теннис, любить теннис. За первый год нам удалось уже достигнуть некоторых успехов. Мы создали порядка 30 детских групп. Мы планируем создать некий любительский клуб. На будущий сезон мы планируем сделать до 5 грандов для лучших детей Академии. Очень хотим, чтобы на базе нашей академии выросли будущие звезды, и к этому потихонечку стремимся и идем. Планируем 2013 год, если у нас все сложится, то провести на нашей базе уже первый международный турнир категории ТВ. Хочу вам рассказать об Академии Александра Островского. Академии принято ставить высокие цели. Задача попасть в сборную и занимать ведущие позиции в российском теннисе и потихонечку уже выходить на европейский уровень. Мне здесь очень нравится, тут просто замечательно. Наверное, такой академии больше нигде не найдется. Но тут, можно сказать, все есть. Бассейн, тренажерка и все. Остановка.